Слушайте, какая там раздача была. Серега, покажи туда. Сегодняшняя встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Ли Пеном – это продолжение серии контактов на высоком политическом уровне с китайской стороной, которые приобрели последние годы интенсивный и регулярный характер. Да, беседа, как сказал сам Ли Пен. Подробно на сегодняшней встрече в Кремле обсуждались экономические проблемы. Было констатировано, что во многом результаты взаимодействия в торговой и экономической сфере еще отстают от реальных и потенциальных возможностей наших государств, как по объемам, так и по глубине кооперационных связей. Ну, это долго, это можно не успеть, надо откручивать, надо крышку.